Ивановский областной суд признал недействующим тариф на услуги рекоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2017 год. Такое решение было принято после рассмотрения иска региональной прокуратуры. По мнению надзорного органа, нормативный правовой акт противоречил ряду требований федерального законодательства. Департамент энергетики и тарифов намерен оспорить решение областного суда, пока оно не вступило в законную силу. У нас есть месяц для того, чтобы подать апелляционную жалобу и уже в Верховном суде дальше продолжать, соответственно, этот тариф обосновывать. Соответственно, сейчас решение вступит в законную силу только после вступления в законную силу решения суда. Следовательно, тариф сейчас действует и не отменен, и региональный оператор работает в обычном режиме.